Женька, привет! Привет-привет! С вами канал Артмания. Женька, Женька, а что не сядь, покажи? Покажи. Ого, кто там? Кто у тебя там сидит? Ты кого поймал, Женька? А? Ты кого поймал? И где самое главное? Здесь. А? Поймал вот. Мы очень-очень любим сомика, и наконец-таки их привезли всю зиму, их почти у нас не было. И вот а только... в Астрахани, значит, недавно. Везутся. Ну, Астрахань-то это ого, откуда они ее везут-то? Это не соседний город. Вышли мы с вами погулять. Гуляем. Солнышко сегодня. Сколько там? 15 градусов. Вот я, кстати, в маске. Женька там. Женька! Привет! Так вот маска моя выглядит. А он в очках моих. Чьи-то своих. В бандане, в маске, в очках. Ну, вообще классно. А, слушай, мне надо было одеть, знаешь, какую маску? С черепом, с волком. С черепом или с волком, помнишь? Точно. Ну нет, с волосами лучше. Идем гуляем, стол лежит, часть стола, а Женька слепой, стол, смотрел, снег лежит. Не видит, и где снег лежит. Уже смотри, росточки, какой ты еще снег-то? Вон каркаешь, снег каркаешь. Да ладно, просто это не снег, снег там. А что это такое? Ват, это не снег, такая гора, ты че? Снег. Тут такая гора там. Ну снег. Да ладно. Намело. Вата, наверное, Женька. У тебя все снег. Все ты сидишь, кар. Не задевай меня. Кар, снег. О! Мы там тренируемся такие. Женька? Что-то птичек не слыхать. Thank you.
старинный цех, даже в Солне. Одно время колокольню снесли, но опять застроили. А вообще на 1914 год. И уже больше 100 лет. Смотрите, дерево красивое, такое раскидистое такое. Всегда нравилось это дерево. Да? А какое дерево? Да, красиво. Выросло же такое. Почки. Идем такие, кстати. И тут лес. Лес какой. Лес. Посмотрите, какой лес. Ой, что такое лежит тут? И что такое, Жень? Это что такое? Что это такое? А? Что это такое, говорю? Ну подними. Откуда она падает? И там, смотри, тоже. И тут вон много. Какие-то сережки падают. Ой, кто это там? Мне кто-то не мешок дорогу перебежал. Это, наверное, плохая примета, как бежит-то он. Бежит, бежит, бежит. Попался? Замри. Не дыши. Не дыши, Женька. Ах ты, Женька, ай-яй-яй. Такой здесь кусочек. Кусочек леса. И дорога. И все равно гуляет народ, немножко есть. Видно людей. Не гоняют. О, Женька, я тебе сказала, что замри. Бутылка какая, смотрите. Все снимаешь. Что это интересно? Теперь меня снимаешь. Скажи, всем что? Привет. Пойдем. Что ты не здороваешься? Я не люблю сниматься. О, какие там окна, смотри, коричневые. Вот он, Сомик. Сока, да, мы его помазали майонезом.
и специями. Не стали уж там его раскладывать, оставили как есть. Вот, сейчас Женька там, им говорит: Женька, спать ложись, а я поем. Ну, вернее, а я тут это, остынет, потом позову, когда косточки останутся одни. Тут вот. А, да, кстати, мы его никогда не потрошим, просто режем, а потом вот они, кишки вот эти, они потом мы будем выбирать. Что, где, когда. И, кстати, что-то стало меньше. Такой. Почти что 1:15. Он запекался. Надеюсь, что пропекся. Вот такой у нас сомик. Кстати, очень любим сомика. Раньше часто брали. Потом его долго не было. Ой, слюнки текут. Еще, кстати, вкусно, когда сверху помидорками положить. Но помидорку мы забыли купить.